8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаем руки выше! Давайте! Дайте шуму! Давайте пошумим! Зачем искать? Скажи мне, ну правда, куда ни глянь, одни таланты, и стоит только попросить вмиг. Станцуй, споет, ты скажешь, что дает, где эти России, когда мы вместе, мы сила, запреты чужие. Нас никак не сломили свою жизнь, суем непростыми карандашами. Мы самородки, будущее за нами. Музыка и танцы, и спортивная гимнастика, и гимнастика. Окей, в мире для баланса так необходима наша роль и русская классика. Поэзия, искусство, все реально без фантастики, без фантастики. Окей, не приводит чувства, только русская классика. Давайте пашем громко, на-на-на-на-на. Пора выходить из тени. Эй, парни, эй, девчонки, давайте пашем громко, на-на-на-на-на. Все наши таланты в деле. Пока мы молоды, мы дороже любого золота. Чтобы достичь вершин, талант мы должен в постоянном голоде. Посмотри, мы одно целое с тобой, танцуй со мной. Мы одно целое с тобой, подпевай со мной. Мы одно целое с тобой, эта песня хороша, ведь у России есть душа. И это музыка, и танцы, и спортивная гимнастика, и гимнастика. Окей, в мире для баланса так необходима наша роль и русская классика. Поэзия, искусство, все реально без фантастики, без фантастики. Окей, не приводит чувства, только русская классика. Эй, эй, остальное все классик. Эй, эй, парни, эй, девчонки, давайте пожмем громко, на-на-на-на-на. Пора выходить из тени. Эй, парни, эй, девчонки, давайте пожмем громко, на-на-на-на-на. Все наши таланты. Давайте пашем громко, на-на-на-на-на. Пора выходить из тени. Эй, парни, эй, девчонки, давайте пашем громко, на-на-на-на-на. Все наши таланты в деле. Спасибо! Thank you.
года в год мы выходим на сцену, а эмоции каждый раз как первый. Ну что, со спиной в сумме около 30 городов, сотни тысяч самолеток, десятки написанных сценариев. И все ради того, чтобы снова, снова сказать эту легендарную, уже крылатую фразу. Поколение М, Block and Voice! Буфет, друзья, давайте пошумим! Сегодня тот самый день, когда вы дарите себе возможность полностью перезагрузиться. Посмотрите вокруг себя на улыбки, которые вас окружают. Сегодня мы только поем, танцуем и дарим друг другу исключительно положительные эмоции. Ну, а перед тем, как мы начнем это дело все по твоему списку, обязательно, Дань, буду ставить галочки. Я, конечно же, хочу представить ребят, которые открыли наш сегодняшний концерт. Это образцовый ансамбль народного танца «Жемчужина». Давайте им пошумим, это ваши земляки, Уфа! Также ребята являются победителями в номинации «Дэнс» проекта «Поколение М». И мы, конечно, хотим их наградить памятным дипломом и сделать с ними общую фотографию. А вы пока подарите им аплодисменты! Они этого достойны! Девочки, улыбаемся. Все улыбаются, красивые стоят. Ну, смотри, Дань, им даже говорить ничего не нужно, у них сразу третья позиция. Правильно? Третья ведь эта позиция? Все я правильно, просто третья. На репетиции подслушала, им педагог говорил, третью позицию стали. Все, спасибо большое, девчата, мы вас провожаем за кулисы, вы красотки. У вас, посмотри, какие... Дань, умеешь так? Я так не умею. Оп, оп, надо с тобой тоже сегодня порепетировать, потом с концерта также уйти. Ну и, конечно, все, вроде бы ребят наградили, рассказали. А, Дань, я забыла нас с тобой представить. Кстати, да, важное дело. Конечно, помогать вам сегодня отрываться на протяжении всего концерта будем мы. Артист продюсерского центра «Эколь», солист группы «Немодные» Данила Мезенцев. И, конечно же, бессменная ведущая проекта, выпускница продюсерского центра «Эколь», режиссер и блогер Шема. Дань, вот скажи, ты не замечаешь одну закономерность? Ну-ка поподробнее, какая конкретно? Вот смотри, в какой бы город мы ни приехали, мы везде открываем новые имена и новые лица. Само собой, по сути. Но проект «Поколение» — это не только платформа для реализации своих идей, но еще и благотворительный проект. Ведь каждый год мы запускаем конкурсы, участвуя в которых вы спасаете жизни и заявляете о своем таланте на всю страну. То есть просто представьте, по сути, вы занимаетесь любимым делом и творите во имя жизни. Вот и в этот раз мы провели конкурсы, а по их окончанию определили лучших из лучших. И сегодня эти ребята выйдут на эту сцену, поэтому я очень надеюсь, что вы подарите им бурные овации, так ведь? Точно? Вы точно готовы сегодня отрываться и зажигать вместе с нами? Тогда мы стартуем на сцене артисты продюсерского центра «Эколь», участница проекта «Голос дети», хедлайнер «Поколения М» Марьяна Титова и победитель проекта «Поколения М» Вадим Глазунов. Дайте шуму для ребят! Я тебе песню ВКонтакте послала, я под нее всю ночь прорыдала. Я же тебе открыла всю душу, а ты не послушал. А я не послушал. Я тебе песню ВКонтакте послала, я под нее всю ночь прорыдала. Я же тебе открыла всю душу, а я не послушал. Я звоню тебе, звоню, а тебя опять игнор. Говорить с тобой хочу, но безответный разговор. И в директе Телеграм, а сообщение в Телеграм. Ни ответа, ни привета, и за что ты меня в бан? Я тебе песню ВКонтакте послала, я под нее всю ночь прорыдала. Я же тебе открыла всю душу, послушал. А я не послушал. Я тебе песню ВКонтакте послала, я под нее всю ночь прорыдала. Я же тебе открыла всю душу, а я не послушал. Ну помоги мне разгадать замороченный блокчейн. Чё-то хотела мне сказать, но молчишь который день. И в WhatsApp, и в FaceTime ВКонтакте послала,
Я под нее всю ночь прорыдала. Я же тебе открыла всю душу, а ты не послушал. Я тебе песню ВКонтакте послала. Я под нее всю ночь прорыдала. Я же тебе открыла всю душу, а ты не послушал. А я не послушал. Я тебе песню ВКонтакте послала. Я под нее всю ночь прорыдала. Я же тебе открыла всю душу. Я же тебе открыла всю душу, а ты не послушал. Спасибо! Аплодисменты! Марьяна Титова и Вадим Глазунов. Вадим, подожди. Стой, Вадим, не убегай. Я попрошу тебя, наверное, остаться с нами, потому что мне тут нашептала птичка, что сегодня на самом деле особенный день. Я вот думаю, почему особенный? Вроде бы концерт, да, точно особенный. Но что такое? Расскажи мне. У тебя сегодня день рождения, я правильно понимаю? Да. Друзья, тогда я всем вместе сейчас предлагаю поздравить Вадима. На счет три кричим с днем рождения. 3, 4! Вадим, мы поздравляем тебя с твоим праздником. Конечно, обязательно загадывай желания. Мы не будем подслушивать, не будем подсматривать, честно-честно. Но мы уверены в одном. У тебя точно все-все-все в этой жизни получится. Ты уже стоишь на сцене, ты уже в проекте. Поэтому давайте еще раз ему пошумим! Но я думаю, торт мы все-таки... Вот, давай, желание-то загадал? Давай, 3, 4, задувай. Они не задуют. Все. Ну, слушай, учитывая тот факт, что мы сейчас находимся на сцене, это твой родной дом, мы находимся в Уфе, это потрясающий город, у нас здесь потрясающие люди, желание просто не может не сбыться, поэтому давай мы тебя крепко-крепко от всего зала обнимем вот так вот и проводим тебя за кулисы под бурные аплодисменты. Спасибо вам огромное! А вы готовы двигаться дальше? Точно готовы? Тогда встречайте на сцене группы «Немодные» и трио «Стар». Уфа! Улетай, улетай, ты улетай, улетай, ай-яй, ты улетай, улетай, ай-яй. Осень ворвалась безумными ветрами, проливными дождями, холодными днями, бессонными ночами, желтыми листьями, странными мыслями, в поисках истины, вопросы как выстрелы. Я в одиночестве, свободы так хочется, лишь только небо, то пусть обо мне заботится. Рушить не строит, пусть со мной никто не спорит. Через смерть жизни ты меня не остановишь. На меня смотришь, а в глазах холод. Со мной быть хочешь, но тебя держит город. И ищешь повод, но меня не удержать. Я свободен, как птица, я рожден летать. Мне трудно понять, мне трудно забыть. Мне трудно терять, мне трудно любить. Я теряю тебя, опять и опять. За тебя, за любовь, я готов все на свете отдать. Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, волны и газы по педаль. Время стоп, стоп, печаль, улетай. Может быть, мне кто-нибудь скажет о том, что я не прав, о том, что я живу в иллюзиях, живу во снах. Преодолевая страх, преодолевая боль, еле дышу, еле живу, сердце бьется в ноль. Стой! Подожди меня немного, стой, спой мне, дальняя дорога. О том, как трудно будет, о том, как ветры дуют. Пусть будет то, что будет, пусть меня небо судит. И я вернусь к тебе с мелодией заката. И я вернусь, не возвращаясь, как это ни странно. Мой путь домой освещают звезды. Знай, никогда не рано, знай, никогда не поздно. Плю за звезды, плачет небо. Если надо подождать, я подожду и время, знай. Я тебя не тороплю, сказать три самых главных слова. Я тебя люблю. Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, волны и газы под педаль. Время стоп, стоп, печаль, улетай. Улетай!
улетай, улетай. Ты улетай, улетай, ай-яй. Улетай, улетай. Ты улетай, улетай. Ты улетай, улетай, ай-яй. Ты улетай, улетай, ай-яй. Улетай. Уфа! Дайте шуму, уфа! Благодарю. Давайте еще раз пошумим. Группа «Немодное трио Стар». Вот, друзья, знаете, сколько бы раз я не выходила на сцену, у меня всегда, как сказал в начале Даня, эмоции как впервые. Вот сколько я нахожусь в проекте, уже приблизительно 6-й год, получается, пошел. Я до сих пор не могу у себя в голове уложить, какими же важными поистине делами мы занимаемся. Потому что проект «Поколение М» — это не просто площадка, на которой ты можешь заявить о себе и развивать свои творческие способности. Это в первую очередь еще и благотворительный проект. Каждая ваша активность в социальных сетях проекта, будь то «Контакт» или другие социальные сети, МТС переводит в настоящие деньги и после чего направляет на лечение тяжело больным деткам. Поэтому запоминайте название сайта, оно прямо сейчас выведено у нас на экране. Я даже отойду для такого случая. Поколение.мтс.ру. Записывайте, фотографируйте. 100% должны его знать, потому что это ваша возможность заявить о себе. Ну а мы готовы двигаться дальше. Как ваше настроение, Уфа? Ну нет, так не пойдет. Давайте еще раз. Как ваше настроение? Вот другое дело. Теперь отлично. А теперь я вас попрошу такими же аплодисментами и овациями встретить нашу следующую исполнительницу. Ведь она является победителем проекта «Суперхит» Ксения Замылина. Встречаем!
уходи далеко, у меня для тебя также есть памятный вот такой дипломчик. Держи, улыбайся в камеру. Камера, где у нас камеры, делаем памятную фотографию. Давайте еще раз подарим ей ваши аплодисменты. Я напоминаю, что Ксюша у нас является победителем проекта «Поколение М» в номинации «Суперхит». И видите, сейчас она уже стоит с нами на одной сцене. Это реально живой пример, когда человек просто верит в себя и хватается за любую возможность, такую как «Поколение М» в том числе. Поэтому еще раз говорю, обязательно запоминайте сайт поколение.мтс.ру. Ну а сейчас на нашу сцену выйдет просто потрясающий талантливый человек, который, кстати, внимание, тоже в том числе является победителем проекта «Поколение М» в 2018 году, после чего она уже участвовала в проекте «Голос дети». И сейчас она ваша землячка, она выступает с нами на одной сцене. Давайте поприветствуем нас, Гуля Тузова! Всем привет, Уфа! Давайте покажем, как мы умеем поддерживать. Еще, 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 еще. Супер. Ты мне напишешь, а я не отвечу. Холодное сердце хочет в тепло. Включайте фонарики. Снова мою память и долгим молчанием. Теперь все дороги. Ты же не забыл меня. Скажи, что мне показалось. Спасибо, земляки, спасибо огромное. Аплодисменты на Сгуль. Слушай, моя хорошая, я просто сейчас вся в мурашках, я уже не могу. Я тебе говорила на репетициях, просто посмотри. Это правда, ребята, вот это правда. Вот как ты это делаешь. Давайте еще подарим ей ваши аплодисменты. Спасибо. Ну а сейчас я, наверное, сделаю пару шагов назад, потому что я очень боюсь, что меня снесет звуковой волной.
Потому что на эту сцену выйдет человек, имя которого вы точно знаете, на которого вы 100% подписаны. И, внимание, сегодня у нас будет прямо вот в данный момент релиз специально для поколения М ее новой песни, которую вы совсем скоро услышите. Как вы думаете, кто это? На сцене Настя Кош! Я буду делать все, что хочу, и советы мне не нужны. Осуждаешь за модный лук, я виноватая без вины. Твой совет как поход к врачу, прошу, не надо меня лечить. Я живу так, как я хочу, чтобы сделать я весь свои мечты. Пусть сегодня мир против нас, но меня не мучает досада. Дай им тепло серых волос, всегда иду против стада. Даже такой не такая, как все, даже такой не такая, как все. И нелепая была, но не стану краснеть, и такая, как есть, и такая, как есть. Будь я радугой в небе или алым закатом, дураки будут хейтить. Оставай за кадром, лучше молча завидуй. Серенькой ленте, глаза мозолить быть в реках и тренде. Да я живу прямо как в Диснейленде. Утром пацанка, вечером леди. Знаю, в море злобы часто покидают силы. И есть те, кто пожелает, чтобы я пошла ко дну. Но ты можешь не стараться меня вытащить, дельфины. Я уверена, что с ними никогда не утону. Я буду делать все, что хочу, и советы мне не нужны. Осуждаешь за модный лук, я виноватая без вины. Твой совет как поход к врачу, прошу, не надо меня лечить. Я живу так, как я хочу, чтобы сделал я весь свои мечты. Пусть сегодня мир против нас, но меня не мучает досада. Да я не типа серых глаз, всегда иду против стада. Даже такая не такая, как все, даже такая не такая, как все. И нелепая была, но не стану краснеть, я такая, как есть, я такая, как есть. Даже такая не такая, как все, такая, как все. Даже такая не такая, не такая, как все. Ваши аплодисменты Насте! Ну что, на самом деле Настя приехала не одна, поэтому я прямо сейчас хочу позвать на сцену также ваших любимых блогеров. Это Влад Красавин и Макс Долинов. Под ваши аплодисменты! Привет! Привет, Уфа! Влад, ну что, расскажи, как у вас вообще настроение? Как ваша энергия, эмоции? Вы смотрите, какие ребята все заряженные! Ребята, какие вы нереальные! Какой у вас классный город и какие классные вы! Давайте поаплодируем друг другу, что мы сегодня здесь собрались! Ну и раз уж вы, блогеры, приехали сюда, попеть, конечно, это классно. Мы, кстати, сегодня еще не раз споем для вас и вернемся на эту сцену. Вот, но все-таки мы блогеры и не можем отпустить вас, если не снимем какое-нибудь совместное классное видео. Вы хотите снять совместное видео? Хотите попасть в наши аккаунты в социальных сетях? Смотрите, ну тогда Настя устроила для всех нас с вами эксклюзив, премьеру ее песни. И я думаю, будет очень круто. Да, Макс, да, ты тоже конечно. Согласишься Согласен. Со мной? Будет круто? Молодец, правильно, соглашается, даже не зная на что. Это хороший человек. Мне кажется, будет круто, если мы снимем сейчас с вами и запустим тренд, в том числе в лайки, под новую песню Насти. Вы согласны? Да? Тогда собирайтесь, чтобы все вошли в кадр вот сюда, ближе к центру, покучнее. Можно встать сзади, главное. Обязательно всех будет видно, не переживайте. Всех аккуратненько. Будет видно. Вот можно даже чуть назад отойти, вот прям, чтобы все-все точно вошли. А Настя пока расскажет, что мы будем делать. Ребят, если вы станете больше назад, то вас будет видно. Вот прям с краешков можете назад вставать. Сзади будет видно всех. У вас есть фонарики на телефонах? Включайте фонарики. Смотрите, у меня в песне есть такая часть. Она о том, что нужно делать то, что тебе нравится, несмотря ни на что. Тебя будут завидеть, тебя будут хейтить. Но на это не нужно обращать внимание. Я буду говорить часть песни, а вы будете кричать
либо «о», либо «э». Там такие слова. Лучше молча завидуй «о». Это вы кричите «о» и поднимаете фонарики. Поняли? Я пишу «весь твой хейт молоко», вы кричите «э» и поднимаете фонарики. Не дождешься обиды «о». Я продолжу на зло «эй». Давайте репетнем. Готовы? Опускаем фонарики. Лучше молча завидуй. Весь твой хейт молоко. Не дождешься обиду. Я продолжу на зло. Как круто! Давайте вообще отлично получается, мне кажется. Готовы? Да, ну смотрите, это была репетиция. Сейчас вы можете, кстати, даже пониже спрятать фонарики, чтобы это было вообще максимально круто, и вообще никто о них даже не подозревал. И потом резко достать. Вы не представляете, как это атмосферно будет. Ну что, раз все готовы. Вставайте прямо вот туда, ребята, прямо назад. Видно всех сзади, хорошо. Да, кто с краев, тебя будет видно, малыш. И тебя тоже. Готовы, ребята? Фонарики готовы? Последний момент. У меня к вам будет большая просьба. Видео будет продолжать писаться, поэтому после того, как вы крикнете четвертый раз «Хей!», вместе громко кричите, а мы будем вас снимать, окей? Ну тогда, погнали! Все готовы? Начинаем. Лучше молча завидуй, весь твой хейт молоко, не дождешься обиду, мы продолжим назло. Мне кажется, что это видео точно разлетится в социальных сетях. Просто, Настя, спасибо тебе большое, ребята, спасибо вам за то, что вы поучаствовали. Давайте друг другу похлопаем. Спасибо, Влад. Мы еще вернемся, ребята. Так, а куда же ты, Настенька, уходишь, а? Еще что-то? Ну, мы, конечно, понимаем, что ты еще не раз сегодня вернешься на сцену, но, ребят, мы приготовили для вас еще один сюрприз и такой небольшой конкурс, скажем так. Вы, наверное, хотите задать нам какие-то вопросы, что-то у нас узнать. Так вот, вы можете зайти в паблик ВКонтакте «Поколение М» и под последним постом задать там свой вопрос. Мы выберем самые интересные, самые крутые вопросы и на них обязательно отметим. Но еще один интересный момент, про который... выполните одну небольшую нашу просьбу, хорошо? У вас есть аккаунт в Лайке? А вот «Поколение М» тоже есть в Лайке. И чтобы увидеть видео, которое мы только что сняли, безусловно, оно будет и в Настиных социальных сетях, и в аккаунте также «Поколение М». Прямо сейчас вбивайте в поиске в Лайке «Поколение М» и подписывайтесь на аккаунт. Всем нам будет очень приятно. Договорились? Супер! Итак, свои вопросы задавайте ВКонтакте, ну а мы сегодня еще вернемся не раз на сцену и споем любимые вами хиты. Окей? Давайте проводим, ребята, отбор на овации! А на сцену уже просто, я вижу, рвутся из-за кулис наши следующие артисты. Это, на самом деле, просто моя любимая группа, я, честно говоря, фанатка. Трио Стар, друзья, давайте их поддержим! Вау, ребята, привет! Платье как фантик, ты сегодня звезда, а я твой романтик. Ты будто с обложки модного глянца, и все пацаны на районе влюбляются. Легкий макияж, платье как фантик, ты красивый цветок, а я твой романтик. Ты будто с обложки модного глянца, и все пацаны на районе влюбляются. Ты принцесса, и любуются тобой все с интересом. А я ревную, и достали все друзья по именам от А до Я, где я встретил красивую такую. Вся такая няшная, милота зашкалила, тупо застесняться. Ты меня заставил, разогнался пульс. Я звоню врачу, расскажу ему, как потерять тебя я не хочу. Легкий макияж, платье как фантик, ты сегодня звезда, а я твой романтик. Ты будто с обложки модного глянца, и все пацаны на районе влюбляются. Легкий макияж, платье как фантик, ты красивый цветок, а я твой романтик. Ты будто с обложки модного глянца, и все пацаны на районе влюбляются. Девочка космос, девочка праздник, я Пика, ты Дев, видишь, мы разные масти. И пусть говорят, что мы несовместимы, нам пофиг на все, мы будем проноситься.
пройдемся мимо. Мы как кофе с молоком, аромат на весь район. Мы толпу людей не видим, мы счастливые вдвоем. Я смотрю в твои глаза, там глубокий океан. Ставил на тебя ловушки, все же угодил капкан. Легкий макияж, платье как фантик. Ты сегодня звезда, а я твой романтик. Ты будто с обложки модного глянца. И все пацаны на районе влюбляются. Легкий макияж, платье как фантик. Ты красивый цветок, а я твой романтик. Ты будто с обложки модного глянца. И все пацаны на районе влюбляются. Только мир о нас не знает Голливуд. Как с тобой мы отдыхаем, все окей, все супер гуд. Тебя платье выделяет, будто ты кинозвезда. И сейчас я понимаю, что сбылась моя мечта. Легкий макияж, платье как фантик. Ты сегодня звезда, Паша! Романтик, ты слева! Будто с обложки. Шуму, ребят! И все пацаны на районе влюбляются. Легкий макияж, платье как фантик. Ты красивый цветок, а я твой романтик. Ты будто с обложки модного глянца. И все пацаны на районе влюбляются. Вау, Уфа! Мы вас любим! Спасибо, мальчики! Вы лучше! Алекс Дэнс! Шуму давайте, Алекс Дэн! Иван Стан! И Никита Пазл! Уфа! А на сцене участница проекта «Песни на ТНТ» блогер, звездный преподаватель по вокалу Стейзи! Привет, Уфа! Та-ра-та-та-та-та, свою правду! Та-ра-та-та-та-та, братик, не надо! В моих глазах лишь ты увидишь только правду. Я не сломаю в один миг, что было важно. Это все слухи, что любовь, она продажна. Она продажна. Знаешь, ты не прав, ведь я люблю тебя как дура. Но ты выбираешь девушек с другим типом фигур. Чтобы губы побольше, ресницы длиннее. И отсутствие души скрыть одеждой по мане. Но какие там чувства, если внутри пусто? Но какая любовь, если ты не готов? Мне плевать на твои деньги, я прошу лишь об одном. Выбирай по содержанию, а обложку потом. Я не поведусь на твой Порше, на полный карман. Буду ждать, пока поднимется обычный пацан. Не уйду от тебя, зачем мне тебе врать? Почему так сложно друг друга понять? Hey! Братик, не надо, в моих глазах лишь ты увидишь только правду. Я не сломаю в один миг, что было важно. Это все слухи, что любовь, она продажна. Она продажна, братик, не надо. Сломаю в один миг, что было важно. Это все слухи, что любовь, она продажна. Она продажна, братик, не надо. Спасибо, Уфа. А сейчас я хочу пригласить на сцену очень зажигательных парней. Догадались, кто это? Кто? Правильно, не модные на сцене! Уфа! Нет. Дайте максимум шуму! Hey! Сердце пахнули стрелы. Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Сердце пахнули стрелы. Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Бахнули стрелы, я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Сердце бахнули стрелы, я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Ровно 4:20.
это хорошо, не хочу меняться. Она любит тифу, не хочет полы. И что я где-то в Брикстоне еду на движ. Мой муд простой, не жит и зарплат. Деньги на стол, кидай лопат. Я не нашел путь, лучше добра дать. Засыпал бро, проснулся богат. Марина, ты танцуешь как будто одна, но я делаю вид, что умею быть скромным, yeah. Мы не скроемся точно, сколько бы не поменяли бы комнат, yeah. Я смотрю на тебя и жалею, что мы это даже не вспомним. Но увы, это даже не спойлер, я снова слышу. Ты холодный снежный принц, внутри твоей груди красные языки. И отбившийся сети, стены летят меня, я падаю, лови. Бахнули стрелы. Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Сердце бахнули стрелы. Но я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Позади ночь, впереди опасность. Мы с тобой молча летим на красный. Ты так хотела увидеть звезд. Но я покажу только, как они гаснут за окном. И стенд из переходов и стен. Он не играет ни с кем, кидать ни свет. Я не покажу тебе свет. Так почему же ты еще здесь? Ты танцуешь как будто одна, но я делаю вид, что умею быть скромным, yeah. Мы не скроемся точно, сколько бы не поменяли бы я комнат, yeah. Я смотрю на тебя и жалею, что мы это даже не вспомним. Но увы, это даже не спойлер, я снова услышу. Ты холодный снежный принц, внутри твоей груди красные языки. И отбившись от всех птиц, стрелы летят в меня, я падаю, лови. Сердце бахнули стрелы. Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Сердце бахнули стрелы. Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Сердце бахнули стрелы. Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Сердце бахнули стрелы. Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Спасибо, Уфа! Группа «Немодные Спасибо! Медведи! Еще, 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 Уфа, вас не слышно! А на сцене артистка продюсерского центра «Эколь» и финалистка проекта «Поколение М» Элина Гильманова и Диана Игимбаева! Еще, еще, еще! Не стороною дождь, стороною дробной дождь, а во поле тумана. И в поле тумана, в поле туманушка подымается. Поднимается, ой, по чистому полю шкура стилается. Могу забыть.
Аплодисменты девочкам! На сцене артистки продюсерского центра «Эколь» группа «Мави Мэй». Уфа, еще! Вас не слышно! Ты, парень, дурман, оставил во мне занозу. Кричать «помогите» поздно, осталось без голоса, но шучу. Ты, парень, дурман, опаснее острой битвы. Оставил на поле битвы меня умирать одну, но я еще воскресну. Быть обещал нежным, сладко стелил прежний. Я тебя не встречу, ты изменился так, что я даже я не узнаю дважды, что на кораблик бумажный меня посадил, и я потону. Ты, парень, дурман, оставил во мне занозу. Кричать «помогите» поздно, осталось без голоса, но шучу. Ты, парень, дурман, опаснее острые битвы. Оставил на поле битвы меня умирать одну, но я еще воскресну. А я воскресну, перепишу страницу жизни больше ко дну. Я не пойду, я не позволю, не по зубам тебе моя воля. Ты не дозвонишься, не найдешь меня здесь. Выбираю что угодно, только не месть. Целый мир передо мной, чувств океан, а тебе остался только твой дурман. Ты, парень, дурман, оставил во мне занозу. Кричать «помогите» поздно, осталось без голоса, но шучу. Ты, парень, дурман, опаснее острой битвы. Оставил на поле битвы меня умирать одну, но я еще воскресну. Сердце разбито, стена между нами. Меня накрывает волной цунами. Но шучу, ты, парень, дурман, опаснее острые битвы. Оставил на поле битвы меня умирать одну, но я еще воскресну. Спасибо! Группа «Мави Мэй». Давайте еще подарим вам аплодисменты. Ну что, я на сцену выхожу не одна. Ребята где-то, по-моему, потерялись в кулисных джунглях. Давайте снова поприветствуем Влад Красавин, Макс Толинов и Настя Кош! Знаете, мы блогеры, мы можем иногда позволить себе пошалить, вот, поэтому пошалили. Ну ладно, больше так не делайте, пожалуйста, хорошо, Влад, договорились? Я думаю, самое время сейчас ответить на вопросы, которые мы анонсировали пару номеров назад. Мы с ребятами изучили все вопросы, которые вы писали, и выбрали один, который я сейчас зачитаю, и на который каждый из ваших любимых блогеров даст ответ. Ребят, расскажите, вот спрашивают вас, какие-нибудь секреты популярности, вот как добиться успеха, с чего вы начинали, как к этому прийти? Макс, давай ты начнешь тогда, может. Первое, что нужно делать, это нужно снимать то, что тебе реально нравится, и в этом развиваться, и тогда получится все. А второе, я, наверное, скажу, что нужно подписаться как минимум на аккаунт в лайке «Поколение М», чтобы там вдохновляться, замотивировать себя и продолжать дальше снимать крутые видосы. Вот, мне кажется, это нормально. Ну, я думаю, что ты сказал все на самом деле по делу. Действительно, сайт поколение.мтс.ру, вот он прям за ребятами находится, можете посмотреть. Вы так синхронно прям, оп, показали на него. Настя, давай, следующая ты, отвечай. Ну как, вот как добиться популярности, в чем же твой секрет? Нужно стараться, постоянно делать что-то новое, вдохновляться, переделывать то, чем ты вдохновляешься, и обязательно никогда не сдаваться и пробовать много-много раз, пока не получится то, что ты хочешь. Я считаю, это достойный ответ, правда ведь? Ну, конечно. Влад, завершай. Мне прям интересно тебя послушать, как добиться популярности. Ты все-таки человек такой былой, мы с тобой на сцене не первый раз вместе стоим. Давай делись секретами. Так, ну смотрите, ребят,
из вас кто-то снимает видео в лайки? Ага. Ожидаемо. Смотрите, значит, первый вопрос уже решен. Вы делаете короткие вертикальные видео, так? Смотрите. А вы знали, ну, наверное, с одной стороны это очевидно, но очень мало кто на это обращает внимание, что, сняв видео в лайки, вы его можете загрузить на огромное количество других платформ. И в ТикТок, который уже не можете, точно. И в клипы ВКонтакте, и в YouTube Shorts, и в Одноклассники, и в Дзен. Огромное количество социальных сетей. Никто не знает, где именно вы сможете выстрелить. Поэтому, ребята, сняв всего одно короткое видео, загружайте его везде, и, как уже ребята сказали, никогда не сдавайтесь. Даже если вам кажется, что вас никто не верит, хотя это точно так, потому что вас верят ваши друзья, ваши родители. Но самое главное, вас верим все мы. Поэтому развивайтесь всегда. И все, действительно, Влад правильно сказал, в ваших руках. Ну, а я подписываюсь под каждым словом, которое действительно только что озвучили. Ребята, самое главное, чтобы у вас в сердце горел вот этот фонарик, которым вы зажигаете всех вокруг. Ведь так, ребята? Влад со мной согласен, я даже не сомневаюсь. А мы двигаемся дальше. Давайте проводим наших любимых блогеров под бурные аплодисменты. Ну и не забывайте, мы еще вернемся с нашими песнями. Ну это само собой. А мы с вами стартуем дальше. На сцене участница проекта «Голос дети» Марьяна Титова и артисты продюсерского центра «Эколь». Группа «Art School». Ваши аплодисменты. Замела бы на вечеринке, не ругалась бы мама, что дома не было. И не полюбила, очень его синие, я до сердца так не ныла, что так чисто было. Ой, вы ссорю, а сидите белым, чтобы весточка его вскоре долетела. Чтобы ее душенька так звонко песни пела. А голубка свисточка и так не долетела. И другая на царе уж кольцо надела. Марьяна Титова и группа Art School. Аплодисменты! Спасибо, ребята! На сцене артисты продюсерского центра «Эколь». Трио «Стар». Уфа, вас не слышно! Лишь погубит нас. Мы растворяем.
сегодня осознаем, как важны слова, и попрощаемся навек. Сегодня небо за нас. Еще 5 минут, и мы подождем. Пускай сегодня не поет. Еще 5 минут, и под моим зонтом мы все поймем, мы все поймем. Дождь идет, а я все думаю о тебе. Когда вокруг погаснет свет, ты станешь солнцем. Из всех миллиардов я выбрал тебя. Остановить бы это время, чтоб смогли дышать. Но наши слезы, словно дождь, разбились об асфальт. Лишь сегодня потеряли то, что берегли. Сегодня небо спрячет нас на миг. Еще 5 минут, и мы подождем. Пускай сегодня не поет. Еще 5 минут, и под моим зонтом мы все поймем, мы все поймем. Еще 5 минут, и мы подождем. Пускай сегодня. Продюсерского центра «Эколь». Группа «Немодные». Еще, Уфа! Уфа, вы готовы? Не-не-не. Громче, Уфа, дайте максимум шума. Оставляю мысли прочь. Было 9 дней со мной в ту ночь. Там уже не помочь. Буду рядом, если хочешь. Моя Белла, ты не доглядела. В моем сердце что-то так и пело. Моя Белла, ты не доглядела. Если все погасить, будешь больше света. Моя Белла, ты не доглядела. В моем сердце что-то так и пело. Моя Белла, ты не доглядела. Если все погасить, будешь вместо света. Смотрю на твоих подруг и к другим не тянет. Ты когда-нибудь поймешь, что внутри завянет. Она не любит все игры, но в любовь играет. Улетая от нее, палят на экране. Любишь, но я к тебе равнодушен. Яда пустишь, теперь тебе другу нужен. Губишь, дуришь, на меня весь мир обрушен. Что? Порог доверия нарушен. Белла, что за дело? Ты ведь не хотела, разрушала месяцами. Хочешь вернуться неделю? Таким мувам я не верю, это все неправда. Ты играла с чувствами, вот и проиграла. Белла, ты не доглядела. Эй! В моем сердце все перегорело. Эй! Не осталось мне больше секретов. Моя Белла, ты не доглядела. В моем сердце что-то так и пело. Моя Белла, ты не доглядела. Если все погасит, будешь больше света. Моя Белла, ты не доглядела. В моем сердце что-то так и пело. Моя Белла, ты не доглядела. Если все погасит, будешь вместо света. Моя Белла, ты не доглядела. Мое сердце что-то так и пело. Твоя Белла, ты не доглядела. Если все погаснет, будешь вместо света.
Спасибо! Спасибо! Группа «Немодные». На сцене блогер Макс Толинов. Еще Уфа, громче, громче, вас совсем-совсем не слышно. Я так не гулял давно, чтоб не помнить ничего. Кто я, кто ты, все равно, и от этого смешно. Не смотри так на меня, улыбаешься ты зря. Как бы так тебя назвать, безобидно все сказать. У меня амнезия, когда слышу твое имя. Можешь снова повторить, там себе опять забыть. У меня амнезия, когда слышу твое имя. У меня амнезия, когда слышу твое имя, можешь снова повторить, там себе опять забыть. У меня амнезия, когда слышу твое имя, можешь снова повторить, там себе опять забыть. У меня амнезия, когда слышу твое имя, можешь снова повторить, там себе опять забыть. Как ваше настроение? Давайте пошумим! Отлично! У меня есть еще один трек, который вышел 2 дня назад. Он называется «Хихоньки». И я хотел бы вместе с вами сейчас спеть припев. Он очень простой. Приветик. Он очень простой. Я говорю «Хихоньки», а вы говорите «Хахоньки». Готовы? Отлично, давайте. «Хихоньки». «Хихоньки». «Ну как ты не видишь, что мне совсем не смешно?» Хихоньки, 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 и тебе все равно. Отлично, вы молодцы. Давайте начнем. Давай, давай. С тобой каждый раз я серьезно. Думаю, что я еще не поздно стать уже тем, кем быть должен, и домой ловить лучи. Кажется, так же все просто. Вместо твоих тысячи вбросов сказать хоть что-то серьезно или послушать в ночи. Но для тебя все это хихоньки-хахоньки, хихоньки-хахоньки. Ну как ты не видишь, что мне совсем не смешно? Хихоньки-хахоньки, хихоньки-хахоньки, хихоньки-хахоньки. И тебе все равно. Ну и что я смешного такого сказал? Когда ты сильно хотела, я тебе не мешал. Почему столько сомнений вижу я в твоих глазах? Лучше так, чем быть без дела и сидеть в башных долгах. Думаю, никогда не поздно сделать так, чтоб было поздно. Свой маршрут, где ехать можно, и не сбился он с пути. Ты мне дорога, серьезно, но к тебе у меня вопросы. Это правда или вбросы? Не могу поверить я. Хихоньки-хахоньки, 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 это все для тебя. Хихоньки-хахоньки, хихоньки-хахоньки. Ну как ты не видишь, что мне совсем не смешно? Хихоньки-хахоньки, 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 и тебе все равно. Хихоньки-хахоньки, хихоньки-хахоньки. Ну как ты не видишь, что мне совсем не смешно? Хихоньки-хахоньки, 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 и тебе все равно. С
Спасибо всем большое, вы лучшие. Пока, пока. Макс Долинов, ваши аплодисменты. На сцене артисты продюсерского центра «Эколь», группы «Немодные», а также Влад Девяшин и Дарья Мартынова. Уфа, давайте поддержим! Громче, громче! Уфа, вы не устали, ребят? А можно музыку выключить? Можно, пожалуйста? Спасибо. Друзья, сейчас будет песня, которую мы никогда не исполняли. Вы первые, кто ее услышите. Мне хочется, нам хочется, чтобы вы ее приняли очень тепло и круто. Поэтому, если у вас остались еще силы, дайте максимум шуму! Ну, мне кажется, уже можно начинать. Погнали! Уфа, мы гоним. Уфа, уфа, эй, уфа, эй! Оступился и назад, молча глядя в глаза. Завтра утром на базе, кто разбивает сердца. Оступился и назад, молча глядя в глаза. Игры света в волосах, громко падает слеза. Она не скроет и улыбку, ведь знает все сама. Стану я ее ошибкой, буду напоминать. Ты будешь моей, это знай. Твои глаза фейстами, это рай. В эту ночь что хочешь загадать. Ты выронила взгляд, ведь падает звезда. Падает звезда, падает ночью. Не могу спать, все внутри стучит. И голос внутри что-то мне кричит. Хочешь, нет, сердце от Марса ключи. Да, я знаю, все будет не просто, летает высоко, уже видит космос. Нет, малыш, давай серьезно, ты будешь моей. Оступился и назад, молча глядя в глаза. Завтра утром на базе, кто разбивает сердца. Оступился и назад, молча глядя в глаза. Игры свет на волосах, громко падая слеза. Окей, давай все по полку. То, что я с тобой, в этом нет толку. Завтра люблю другую, а ты на тусовках. Но все равно так тянет, я на обрыве склона. Твои глаза, не хочу назад. Ты леди сна, картина ясна. Оступился и назад, молча глядя ей в глаза. Завтра утром на базе, кто разбивает сердца. Оступился и назад, молча глядя ей в глаза. Игры света в волосах, громко падая слеза. Оступился и назад, молча глядя ей в глаза. Завтра утром на базе, кто разбивает сердца. Оступился и назад, молча глядя ей в глаза. Игры света в волосах, громко падая слеза. Уфа, вам нравится? Ну тогда все вместе. Раз, два, три. Оступился и назад, молча глядя ей в глаза. Завтра утром на базе, кто разбивает сердца. Оступился и назад, молча глядя ей в глаза. Игры света в волосах, громко падая слеза. Дайте шуму, Уфа! Группа «Немодные»! Мальчики, ну у вас тут просто своя, получается, фан-встреча какая-то получилась. Давайте еще пошумим! Ну а мы с вами уже выходим на финишную прямую и разгоняемся до максимума, потому что прямо сейчас на сцену вновь выйдет ваша любимая, просто неподражаемая, нереальная Настя Кош! Мозги своей маме. Сегодня интервью, а завтра на съемке. Зарабатываю тем, что делаю фотки. Каждый из вас смог бы так. Надо всего лишь поднять свой. Есть корона, каблучки, никакого стресса.
на даче, мечтала о том, что стану богаче. Но с неба падают только снежинки, а у меня в голове картинки. Мысли собрала и волю в кулак, лишь захотела, тут же смогла. Ведь я не просто красивая обложка, еще внутри написано немножко. Есть корона, каблучки, никакого стресса. Мне никто не нужен, я сама себе принцесса. Мой хайлайт это сияет, что видно на Марсе. Блестки, блестки, камни, стразы, знаешь, это классно. Есть корона, каблучки, никакого стресса. Мне никто не нужен, я сама себе принцесса. Мой хайлайт это сияет, что видно на Марсе. Ля-ля-ля. Глупышка. Я в тебя влюбилась, мальчик самогучий. Я для тебя специально сделала прилучи. Синие глаза, волосы короче. Ну напиши мне хоть разочек. Я в тебя влюбилась, мальчик самогучий. Я для тебя специально сделала прилучи. Синие глаза, волосы короче. Ну напиши мне хоть разочек. Отлично, теперь мне все нравится. Ну, сейчас будет поистине исторический момент, и я его очень сильно люблю, потому что в одном месте, просто представьте, на одной сцене соберутся все ваши любимые блогеры и артисты одновременно. Я хочу сюда пригласить артистов продюсерского центра «Эколь», хедлайнеров проекта «Поколение М», звезд телепроектов и ваших любимых блогеров. Давайте их поддержим! Уфа, вас не слышно? Say what? Я иду к своей мечте. Кроссы на ногах, мобильник в рюкзаке. Ничего не боюсь, знаю точно своего добьюсь. Цель не просто успех, она важнее. На кону чья-то жизнь, твори смелее. Пусть огонь в груди горит и греет все твои идеи. Максимально буду я честен, нам в онлайне жить интересно. Покорим мы все горы вместе. Мы поколение М, поколение М. Наше имя всем тут известно. Двигай к нам, чтоб здесь было тесно. Во все горло в бой эту песню. Мы поколение М, поколение М. Мы поколение М, поколение М. А теперь вы вместе с нами. Мы поколение М, поколение М.
упорным будь. Не теряй себя, знай свою суть. Если вдруг ты упал, поднимайся, кто б что не сказал. Из Самары ты или из Перми, все не важно. Себя бери, твори днем и ночью. Ты ярче звезд горит, только вперед смотри. Максимально буду я честен, нам было не жить интересно. Покорим мы все горы вместе, мы поколение Эл, поколение Эл. Наше имя всем тут известно, двигай к нам, чтоб здесь было тесно. Во всем горло в бой эту песню, мы поколение Эл, поколение Эл. Мы поколение Эл, поколение Эл. А теперь вы вместе с нами и... Мы поколение Эл, поколение Эл. Супер! А теперь еще раз. Мы поколение Эл, поколение Эл. И еще разок. Мы поколение Эл, поколение Эл. Мы поколение Эл, поколение. Спасибо вам за этот прекрасный концерт! Мы уверены, что вы запомните его на всю жизнь точно так же, как и мы. Ну и, конечно же, мы хотим поблагодарить наших информационных партнеров проекта. Торгово-развлекательный центр «Планета», телекомпания «Вся Уфа» и, конечно же, радиостанцию «Спутник FM» «Уфимская волна». Спасибо вам! Давайте им поаплодируем тоже в том числе! Ребят, ну а теперь ради себя дайте шуму сами себе! Эй! Эй! До новых встреч, Уфа! Мы поколение... Что? Поколение... Ну и, конечно же, мы приглашаем вас всех на автограф-сессию, поэтому готовьте свои камеры и телефоны, мы ждем вас.